Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу наглядно продемонстрировать, как же делать групповые звонки, это называется конференции, как же добавить несколько контактов, и как объединить, и как это в принципе быстро и легко делается, ничего сложного в этом нет. Давайте же приступим к самому обзору. Ну, для начала мы перейдем в звонки, выберем какой-то номер, я выберу вот такой, вот горячую линию Картелекома. Нажимаем «Позвонить», и до тех пор, пока не возьмут трубку, мы ничего с этим не сможем сделать. Как только нам отвечают, мы нажимаем на левый нижний плюсик «Добавить». То есть вы этим добавляете контакт, который вам еще нужен. Вот я еще раз наберу подобный номер телефона. Жмем «Объединить». Вот видите, там где был плюсик, теперь «Объединить». Объединяем, вот как только там ответили, все, этот звоночек пошел. Еще раз, так же самое мы нажимаем на 466, то же самое, можно вот объединить, либо переключать. Видели, следующий справа ползунок, такой как змейкой, стрелочкой. Вот тогда вот у нас все получается. Здесь мы можем объединять, тут ползунок можно использовать как между конкретными, чтобы не все друг друга слышали, а именно конкретные пользователи. Вот, ничего сложного нет, немножко инициативы, и у вас все получится. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео.